Инотранс 2018 – часть большой технологической игры. Что мы узнали о наших конкурентах? В 2018 году крупнейшая всемирная выставка транспортных технологий зарегистрировала рекордное количество участников и гостей, продемонстрировала 400 инноваций и 155 мировых премьер. Она привлекла 160 тысяч посетителей 110 стран, 25 деловых делегаций из 18 государств, прибывших в Берлин для ознакомления с 3062 экспонентами. 89% участников высказали свое удовлетворение результатами форума, что также является рекордным показателем. Представители компании-разработчика Skyway посетили стенды компаний, работающих в сегменте актуальных и перспективных разработок. Результаты проведенного анализа показали, что лидеры рынка собираются и дальше оттачивать существующие концепции, улучшая самые разные аспекты работы классических поездов и автобусов. Комфорт, автоматические системы управления, альтернативные виды топлива, удобные интерфейсы и шеринговые модели – это все заявлено на выставке и представлено в уже неплохо проработанном виде. Сложно сказать, что в руке у конкурентов, но вероятнее всего там все те же поезда, но в другом дизайне и с другим программным обеспечением. С другой стороны, интерес к струнному транспорту был вполне ощутимым. В гостях побывали буквально все лидеры рынка. У Skyway на выставке один из самых необычных стендов. Все-таки высокоскоростной транспорт такого формата – это большая редкость, тем более с такими выдающимися показателями. Максимальная скорость 500 км в час, при этом расход топлива на этой скорости всего лишь 0,93 кг на 100 пассажирокилометров, что является рекордом для высокоскоростного маломестного колесного транспортного средства. Дополнительное внимание к стенду Skyway было приковано из-за того, что на нем присутствовали ключевые лица компании, с которыми можно было поговорить и узнать интересующую информацию из первоисточника. Новинку презентовал лично генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» и автор концепции струнного транспорта Анатолий Юницкий. Как отмечают присутствовавшие на стенде сотрудники Skyway, экспозиция произвела на гостей сильное впечатление по нескольким причинам. Во-первых, подобные разработки не были представлены ранее, концепт свежий и неожиданный, при этом с точки зрения дизайна и технологий проработанный на высоком уровне. Во-вторых, никто не ожидал такого от традиционно консервативной и тихой Беларуси. При этом компания создает дополнительную интригу. Если на стенде показывают такой эксклюзив, то что же остается за кадром? Пользовательские характеристики нового транспорта тоже были оценены по достоинству. Среди гостей стенда был проведен опрос о том, что они думают о некоторых отдельных аспектах эргономики нового струнного модуля, который можно оценить, основываясь на опыте взаимодействия с представленным на выставке экспонатом. По результатам опроса посетителей из 40 стран, средняя оценка его дизайна и удобства использования составила около 9 баллов из 10 возможных. В сухом остатке Инотранс 2018 стал для создателей Skyway столом переговоров, местом встречи и обмена опытом с лидерами рынка в области разработок инновационных транспортных технологий и будущими потребителями наших услуг. Участники выставки проявили живой интерес к проекту, и вполне возможно, что этот интерес разовьется в полноценное сотрудничество. Кроме коллег по транспортному цеху, деловые контакты были установлены с представителями Минтранса Бахрейна, Корпорации развития Малайзии, правительственных организаций Ирана и другими интересующимися.